Здравствуй, дорогой друг! Сегодня мы продолжим рассматривать оружие сталкера, и сейчас это у нас будет ненависть. Ненависть — это оружие ближнего боя, проще говоря, коса. Давайте посмотрим, что я туда поставил. Размах. Увеличит дальность нашей косы. Гальванический разряд. Ядовитая кара передаст нам эффект коррозии и поднимет статус. Берсерк. И ярость увеличит скорость атаки, и при срабатывании крита берсерк нам еще увеличит скорость нашей атаки. Закалка даст шанс крита, болевая точка увеличит нам урон, и убивающий гул поднимет нам урон от разреза. В принципе, относительно все средненькое. Давайте посмотрим, как этот билд справится. Начнем с мобов 60 уровня. Ну что сказать, коса справляется просто великолепно. Ребята просто разлетели щепки. Так сказать, коси и забивай. Давайте проверим этот же билд. Но возьмем врагов помощнее. И даже, скорее всего, немножко побольше. Давайте посмотрим, как у нас вторичка справится с сотыми уровнями. Залетаем с верхухи и пошли. Сразу же заработал берсерк. И ребята разлетелись в разные стороны. Анимация, конечно, боя сделана с косой очень классно, очень динамично, очень весело и забавно. То есть, в принципе, сотые уровни у нас хорошо рубится, быстро и без каких-либо затруднений. Так, давайте вернемся и просимулируем только на бомбардировщиков, потому что нам сейчас одни пулеметчики попали, бомбардировщики улетели сразу. Бомбардировщики просто на ура раскидываются. Также не надо забывать, что если данное оружие мы будем использовать с локи в невидимости, у которой увеличивается дамаг в виде, по-моему, на 300%, то враги будут разлетаться в щепки просто на ура. То есть данное оружие себя показывает просто великолепно. Делаем выводы. Оружие справляется шикарно как и с низкими уровнями, так и с большими. Куда-нибудь идите на выигрывание, либо при той ситуации, что у вас вдруг возникает, что нету патронов и надо перезарядиться, на вас выскакивает противник, вторичное оружие очень рекомендую использовать. Очень быстро всех разбирает, очень эффектно и очень эффективно. То есть рекомендую абсолютно всем себе завести оружие в свою коллекцию. А на этом все. Спасибо за внимание.